Давайте я закончу эту тему, сидя дома, потому что трудновато, когда ты идешь все вспоминать и формулировать. Закончу тем, что я скажу еще раз, что, во-первых, эти свойства есть у всех. Эти свойства развиваются. Лучше эти свойства развивать с детства. Но при этом, когда вы переходите в духовность от физиологического своего состояния, когда вы от самости переходите в духовность, то эти свойства становятся не вашими, а становятся свойства Духа, который в вас находится, то есть Духа Святаго. Он добавляет к ним своих возможностей, и человек становится, я бы так сказал, практически безгранично в своих возможностях, потому что мы видим по истории святых отцов и просто святых, насколько они, используя это, становились необычными людьми. Ну, например, святители получали вот эту информацию, чтобы нам написать аскетики, чтобы нам написать всевозможные откровения и так далее и тому подобное. Откуда они это взяли? Это вот такая возможность у них, я бы так сказал, подключиться к общему разуму и получить там то, что нужно сейчас православным народам, людям всей земли. И мы видим огромное собрание сочинений этих святых, которые что? Вот они какие были? Они были нормальные, они были реальные, они были совершенно в тех же возможностях, что и остальные люди. И поэтому я не скажу, что вот меня удивляет то, что могла Джуна сделать, там и многие другие. Были фокусники, которые показывали лучшие успехи, чем у Джуны. Просто они это делали так, что людям казалось, что у них особые... Хотя тоже фокусникам тоже особый талант быть. Я попытался, там знакомый был у меня фокусник Владимир Чару, как он здорово все сделал. Но у меня нет такого таланта сделать так же, как он делает. Поэтому еще раз, я вам как-то рассказывал, что первый вопрос мой к отцу Наума был: самость или благость, вот эти качества. И я стоял такой весь из себя, живу в Москве, работаю в хорошем, значит, месте, у меня достаток, богатая одежда, у меня там, в общем, все нормально. И я такой свысока, со своего надмения стою и думаю, что за каверзный вопрос задать старцу, к которому меня привезли, первый раз привезли, отец Августин, теперь его имя епископ привез. И он, разговаривая с отцом Августином, исповедуя его, уже, значит, что-то это, вдруг поворачивается ко мне и говорит: «И самость, и благость». То есть эти вот возможности – это и самость, и благость. А когда я уже к нему весь удивленный подошел и, значит, начал с ним беседовать, он мне достал Евангелие и говорит: «Открой вот здесь». Ну, я открыл там, где блудницу избить хотели, а он всем написал, какие у них грехи. Христос, он говорит, как он это делал? И дальше, развивая вот эти все, как говорится, знания о том, что это за свойства и как они делаются, я, например, пришел к одному из самых удивительных для меня открытий, что батюшка Серафим в беседе с Мотовиловым говорит, что он прочитал 70 тысяч книг, то есть библиотеку в самом монастыре, и называется еще две библиотеки каких-то купцов, которые были коллекционеры, у них очень большие библиотеки. Но Мотовилов удивляется, что никто его в этих библиотеках не видел. А как тогда он это сделал? И если я знаю, какие способности должны быть у святого, меня это не удивляет. Ну вот, сидел в келье, я читал книги в библиотеке, или я вообще видел, как человек, вот у него была абсолютная память, брал вот такую книгу,
сопромат, сопротивление материалов в нетрезвом состоянии. И вот так быстро ее перелистывал. Это в 2 часа ночи. Я ему говорю, что ты делаешь? Он говорит, учу. Утром я ему говорю, ну что ты вот в 2 часа ночи не давал спать? Он говорит, мне надо было выучить, я до этого не учил сопромат. Я говорю, ну и что ты выучил? Вот так перелистал книгу. Он говорит, все. Я говорю, как все? Он говорит, открывай. Открываю любую страницу. Начинай строчку. Я начинаю строчку, он продолжает ее. Или просто открываешь страницу, он ее всю... Вот что это за способности? Как это такое может быть? А он не один такой, таких много в мире. Поэтому, дорогие, способности эти есть у всех в той или иной мере. Утверждает, конечно, вон Черниговская, что надо родиться Эйнштейном, что это генетика прежде всего, а уже дальше развиваешь все это. Возможно, она ученая. Но развитие это, еще раз повторяю, это еще не использование. Ты можешь развить сколько хочешь, но быть на стороне лукавого, потому что ты используешь это во зло, или на стороне Бога, если ты используешь это для добра. И при этом есть четкое, вот четкое совершенно, можно так сказать, линии или понимание, что если вы уходите в духовность, то вы все меньше начинаете осознавать, что вы это используете. То есть правая рука не знает, что делает левая, это про святого человека. Когда он делает и не понимает, что у него эти возможности. И поэтому, когда я все это изучаю, думал, какие там удивительные есть люди, приходил к Катерине Шонниковой, а она испекла пирожки. И я спрашиваю, почему ты их испекла? А я знала, что вы придете. Вот как это? То есть, вот простые люди некоторые лучше, чем Джуны, обладают этими всеми способностями, потому что знает своих ближних, молится об этих ближних, чувствует все время, что с ними происходит. У меня мама сколько раз звонила из родников. Ой, что у вас происходит? Мам, ну вон. Нет, нет, не обманывай меня. Я знаю, что что-то у вас происходит. Вот как? А вот так. Потому что это все возможно. Но в духовности нужно самость свою как можно меньше использовать для этого. Есть доброе дело, ну начни его. А уж Господь решит, каким образом ты ее сделаешь. С этими способностями, без этих способностей. Пусть Дух решает, что от тебя требуется для того, чтобы это исполнилось. От многих святых мы с вами знаем вообще не способности, а смерть требовалась. То есть они шли на мучения, и этими мучениями доказывали веру свою, и нам доказали, что эта вера спасительная. Тогда что? Тогда что? Много ли вы из вас желающих смертью доказать, что у вас есть особые способности? А это воля, это такая воля, что, войдя в костер, ты не кричишь, не пищишь, а молишься, что это... особые способности. Ну вот на этом как бы все. Я думаю, что мы неоднократно вернемся к этой теме, потому что, ну, она тревожит. Время от времени она на общество наплывает, потому что вдруг оно становится в тупике и не знает, куда идти и каким образом развиваться. Вот сегодня будет большая конференция в Москве. Какая должна быть школа? Потому что та школа, которая есть, якобы вообще не выполняет никаких функций. А какая она должна быть? Я думаю, прежде всего, раскрывающая все возможности человека, а потом обучающая его этими возможностями действовать. И мы с вами это абсолютно четко прочитали у Константина Дмитриевича Ушинского. Ушинского. Пойдите по Ушинскому, и будет вам школа. А он вот эти все возможности видит, показывает, рассказывает, как развивать. Ну и действительно есть аскетики Феофана Затворника, Иоанна Брянчанинова, Игнатия Брянчанинова. Они, пожалуйста, дают возможность вам все, что хочешь развить, только для чего? Весь вопрос, кому вы это
посвятите то, что вы вдруг развили такие свои возможности. Все, здоровья всем, радости. Аминь.